Мы вас слышим, Венера Абдулловна. Наталья Витальевна, как вы оцениваете наше мероприятие? Ой, с большим удовольствием посмотрела. И, пользуясь случаем, уважаемая Венера Абдулловна, уважаемый коллектив Казанских ведомостей, хочу искренне от газеты «Грани», от всей Чувашской республики поздравить вас с днем рождения. Действительно, дата очень большая, и вам желаем многие лета в любви со стороны читателей, ваших друзей, ваших партнеров. Процветания вам и новых успехов. Было отрадно слышать, какое количество их за последние десятилетия. Так держать. Спасибо. Мы вам передаем нашу статью, с газетами не расставайтесь. Я знаю, что вы человек креативный, инициативный. Передаем вам нашу статью в виде бумажного кораблика. Мы пока не видим бумажного кораблика, но покажем газету, из которого в ближайшее время мы обязательно сложим такой же бумажный кораблик и отправим, и продолжим эту эстафету дальше по всей Чувашской республике. Спасибо большое. Вы видите, Наталья Саня, видите кораблик? Вижу, вижу, да. Я надеюсь, что мы с вами вместе запустим флешмоб по всей России. Да. В каждом регионе найдутся наши коллеги, которые будут петь оды печатной газете, печатным журналам. И надеюсь, что и читатели к ним присоединятся. Большое вам спасибо. Кораблю «Казанские ведомости» я желаю доплыть до 100 лет, а вашему кораблю тоже такой же дата, чтобы была в жизни издательского дома «Грани». Спасибо, спасибо. Да, большому кораблю большое плавание. С газетами не расстаемся ни на секунду. Спасибо.